Добрый день! Предлагаю вашему вниманию двухэтажный дом на участке земли в 6 соток. У дома есть два входа-выхода. Один прямо здесь в гараже, второй вот здесь. Давайте пройдем и посмотрим. Большое парковочное место под автомобиль, под навесом. Это у нас, скажем, небольшая мастерская. Это, соответственно, вход в дом. Сделано в Финляндии, финдома и серийный номер. Можно проверить на сайте. Звонок. Хорошая входная дверь. Открываем и заходим. При входе у нас есть сразу с вами небольшая прихожая. Это очень здорово. Она отделяет теплый холодный воздух от уличного. Помещение, где находятся инженерные системы, насосы, рекуператор, электричество. Вот таких шкафов. Такие шкафы можно увидеть только, скорее всего, в финских зданиях. Открываем дверь и попадаем в такой холл. С правой стороны стоит у нас трехстворчатый шкаф, постирочная с сауной и большой ванной комнатой. Санузел достаточно большой. С окном. В каждом помещении есть вентиляция и основная группа, первый этаж, где будет собираться вся семья. Обратите внимание, панорамное остекление, везде, как я уже сказал, есть вентиляция, камин, зольник для обслуживания и для регулировки тяги. Это кухня. Обеденная зона, также везде есть вентиляция и выход во двор. Окна все двухкамерного стеклопакета и деревянные. Фурнитура работает сказочно. Сразу чувствуется, пошел холодный прохладный воздух. Дома построены по каркасной финской технологии с базальтовым утеплителем внутри. Дома производились на заводе и здесь уже по месту собирались. Сейчас мы посмотрим с вами постирочную, сауну и душевую комнату. Большая постирочная, гладильная доска, стиральная машинка, емкости для чистого грязного белья, дополнительная раковина, большое количество розеточных групп. Большой плюс, что можно мыться и воду прямо лить на пол. Все в плитке. Ванна достаточно большая. Два небольших окна для дополнительного света. По отоплению, кстати, очень-очень энергоэффективно. А вот она, друзья, и сауна. Сделано с финами, с любовью. Чистая, дополнительно есть окно, все сделано по уму. Все знают торговую марку. Вот сюда можно поливать водичку, а может быть и нельзя. Все, естественно, электрическое, друзья. Выходим, закрываем за собой стеклянную дверь, везде логотипы. Плитка. На потолке мы видим также дерево, вагонка. Это очень здорово. Выходим. Вот получается лестница на второй этаж. Мы вот здесь с вами зашли. Там дальше прихожая. Санузел. Постирочная, в которой мы были. Большая зона отдыха, переходящая в кухню. С выходом дополнительным во двор. Есть дополнительные места для парковки
ваших автомобилей и гостей. Поднимаемся на второй этаж. Дополнительно есть окно для вентиляции, если вдруг будет такая необходимость. Подсветка, проходные выключатели. Здесь большая зона отдыха, где может также собираться семья, с выходом на террасу второго этажа. Раз комната, два комната, большой санузел и мастер-спальня родителей. Туда мы выйдем чуть позже и пойдем слева направо. Первая комната оборудована под детскую, большое окно, два дополнительных окна, как это любят финны. Комната небольшая по метражу, но правильной формы, и здесь достаточное количество места для жизни и для отдыха. Комната номер два. Аналогично, большое окно и два дополнительных. С каждого окна видно и на высотки, на частный сектор. Везде все ухожено. И красивые дома. Здесь продаются двухэтажные дома и дуплексы. Даже здесь обратите внимание, когда, например, тепло или вам нужно проветрить, то можно открыть окно и сделать то, что необходимо. Большая ванная комната, санузел с душевой кабинкой. Все для удобства проживания. Аналогично есть окно. И, как говорится, на сладкое мастер-спальня. Здесь два больших окна, еще дополнительное окно. Вид, естественно, везде на частный сектор, на дорогу. Здесь никто не паркуется. На всех участках есть парковочные места. И здесь жильцы себе оборудовали кабинет, но можно также сделать и большую гардеробную. Достаточно большое помещение, также вентиляция, свет и, соответственно, два окна. Везде современные системы выключателей-включателей, розеточных групп. Дом энергоэффективный, тратится совсем небольшое количество ваших ресурсов на обогрев и на охлаждение дома. Прекрасный вид на частный сектор. Всех, кого заинтересовал данный дом, прошу звонить по указанным телефонам.